Всех с добрым утром, друзья, да? Давайте это, послушаем сегодня новую песню Вакра. Вышла вчера в 9 часов. Я увидел, но вчера я не смог записать, хотя была... Нет, возможности не было вчера записать, поэтому давайте сегодня послушаем Бакар Сирень. Бакар мне нравится, и последний хит с Лукманапа — это просто, ну, шедевр просто. Я не могу это сказать, то есть описать своими словами. Я видел видео, да, короче, получается, он там стоял где-то на балконе вроде бы, да, стоял в тизере, то есть видоса. Я думаю, будет клип вообще. Прыжка сирень взяла за душу мою. Я о тебе думаю, колыбельную спою. Прыжка сирень взяла за душу мою. Я о тебе думаю, колыбельную спою. Тебе себя я поддаю. Потерять меня даже во сне. Уверен я, ты будешь прекрасным, мамулей. Буду рядом навеки, буду любить тебя даже когда стану старым дедулей. Сегодня напьюсь и расскажу все, что на душе накопилось. Ты моя муза, ганджа, басадора, ты моя хакапила. Забери мне свою душу и полетели. Обрезка сирень, все твои капризы. Для меня как выстрел. Винстон, все твои капризы. Будь далеко ты слишком, но для меня так близко. Апрельская сирень взяла за душу мою. Я о тебе думаю, колыбельную спою. Апрельская сирень. Птички, да? Классно, очень классно. Видимо, Бакар влюбился, да? Потому что там речь была о девушке в песне еще. Очень, знаете, такая летняя, как будто, да, песня. Летняя такая, ну, типа, ближе к летней песне, то есть. И такая романтическая, лирическая, такая искренняя, душевная. С каждым уровнем вообще, то есть Бакар вообще растет в музыке, с каждым уровнем у него все песни более качественнее и качественнее, то есть у него нет плохих песен, у него нет плохих песен, вообще нет. У него каждая песня — это какой-то отрезок, ну как, типа, это такое очень-очень классное событие для него, да, ну и для нас, для его слушателей, которых... Ну, короче, мы обожаем Бакара, поэтому всех ему успехов желаю, чтобы у него все хорошо было и ничего с ним плохого не случилось, да, потому что он очень гениальный музыкант, и он только будет расти и расти в музыке. И хотелось бы от него какой-нибудь альбом услышать, хотя бы 6 песен, может, побольше, конечно, было бы вообще идеально. Классная, офигенная песня, мне все понравилось.
10 из 10 поставлю. Инструментал очень, кстати, классный. Припев очень, очень приятный такой. Искренне, опять же, говорю. Такой. Романтично получилось, в общем. Класс. Молодец. 10 из 10 ставлю Вагнер. Ну, сказал уже. Все, буду прощаться. Всем удачи, всем хорошего настроения, времяпровождения и всем пока.